И снова всем привет, друзья мои! Приветствую вас снова на своем канале. Сегодня небольшой анонс я хочу сделать для тех моих новых подписчиков, которые только присоединились к моему каналу. Я очень рада этому. У меня получилось за 2 недели после того, как я вернулась в Англию, прибавилось подписчиков 1300 человек. Всех я вас приветствую, всех я вас люблю, друзья. Очень рада, что вы смотрите мой канал, и я надеюсь, что мы с вами не разочаруем друг друга. Пожалуйста, ставьте лайки, пожалуйста, не забывайте смотреть рекламу и нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить мои новые видео. Я обычно делаю видео через день. Бывает иногда и каждый день, но если для кого-то это слишком часто, то, конечно, выбирайте тему, которая вас нравится, и смотрите мой канал. В основном я рассказываю для тех, кто только присоединился, о чем мой канал. Так вот, в основном я говорю, конечно, о жизни в Англии, о жизни, в частности, на юге Англии. Это самый южный остров Великобритании, остров Isle of Wight. Ну или по-нашему просто White. Кто не знает, посмотрите на карте, вы можете его с легкостью найти. На самом юге Великобритании, в проливе Ла-Манш, между Англией и Францией. Кстати, пролив Ла-Манш называется English Channel, кто не знает. Вот, мои-то подписчики, мои постоянные зрители уже это знают, конечно, я рассказываю, может быть, для тех, кто еще не знает. О чем мой канал? Мой канал, наверное, больше все-таки для неравнодушных зрителей, для тех, кто любит природу, для тех, кто не устает любоваться морем, любоваться океаном, морским прибоем, закатом солнца. Ну и вы знаете, может быть такая небольшая специфическая вещь, что я не люблю делать селфи. Вот я сделала это селфи, ну, наверное, все-таки, чтобы вы со мной познакомились, потому что чаще всего я свои видео веду за кадром. То есть мой канал, вот я веду так, мне так нравится, и думаю, что понравится вам. Основная мысль моего канала – это показать вам как можно больше красивых мест английских, каких-то старинных, может быть, мест, очень много церквей старинных. Ну, то есть канал мой постепенно развивается, я улучшаю свои видео, как вы знаете, я блог совсем молодой, несмотря на свой возраст, я блогер молодой, я веду свой канал всего лишь с июля 2017 года, и на сегодняшний день у меня 15150 подписчиков. Я, конечно, стремлюсь к миллиону и думаю, что мы достигнем с вами вместе вот эту великолепную, замечательную цифру. Но не все же нам отдавать бразды молодежи, правильно? Мы же и сами с усами. Так что вот, присоединяйтесь. Мой канал не только об Англии, но, конечно, основное это об Англии и об англичанах. О привычках англичан, о специфике английской жизни, о супермаркетах английских, об английских пати, клубах. В общем, много рассказываю, наверное, о бенефитах, о зарплате, о пенсиях, как устроиться на работу, можно ли здесь устроиться, об английской медицине. Я буду продолжать все это вам рассказывать. Я думаю, что очень много еще тем не затронула. Вот, в частности, английский язык. Как я его здесь учила, я с удовольствием эту тему еще буду развивать. Английский язык, он отличается от американского. Ну, в общем, я все это вам расскажу. Поэтому, друзья мои, всех я приветствую вас еще раз на своем канале. Я говорю спасибо тем зрителям моим и подписчикам, которые постоянно со мной, которые меня не покидают. Спасибо вам большое, девочки и мальчики. Я вас всех люблю.
и жду на своем канале. А на этом всего вам доброго, еще увидимся. Пока-пока. Я всех вас люблю.